Во втором открытом российском фестивале фейерверков примут участие 4 пиротехнических коллектива. Залпы салютов будут звучать под музыку и главная тема – Россия. Вот здесь и проявится мастерство пиротехников. Чтобы, как говорится, получилось совпадение музыкальных тактов с эффектами пиротехническими. В общем-то, все, наверное, также и строят свои программы, потому что это, наверное, основа из основ вот именно пиротехнического шоу с музыкальным сопровождением. Запускать будут как небольшие изделия, так и достаточно крупные, до 100 миллиметров. Все шоу продлится около 25 минут, по 5 минут на команду. Участие принимают организации из Липецка, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Сергиева Посада.